Приветствую вас, самых ярких, звездных людей планеты Земля. Я очень рада, что нахожусь здесь, среди вас, своих соратников. Это большая честь для меня выступать сегодня на весь мир. И я горжусь, ведь быть рядом с такими звездами и зажигать звезды – это наша судьба. Я пришла в Суперджам тогда, когда искала настоящих друзей, друзей искренних и доброжелательных. Это была моя самая главная мечта. И вот я здесь. И я благодарна Вселенной и всем тем людям, кто принял в этом участие. Я благодарна самой любимой, самой великолепной женщине Александре Романовой. Это человек, который несет всем нам любовь и счастье. У нее огромный опыт и знания, которыми она делится с нами. Я благодарна своей команде, всем, кто пошел за мной, и с огромным желанием изменить себя и весь мир. Ведь мы все под руководством Владимира Довганя несем всем знания, счастье и надежду. А что может быть важнее в наше время, когда миллионы людей нуждаются в этом и ждут нас в каждом доме, в каждой школе, в каждом детском садике, в каждом уголке нашей Вселенной? Ведь мы делаем этот мир лучше ради наших детей и внуков, ради себя самих, ради того, чтобы оставить после себя ярчайший свет и счастливый смех наших детей, внуков. Быть в наших рядах – это почетно и важно. Ведь только искренние и осознанные люди могут быть здесь. И я точно знаю, что здесь исполняются мечты. А этому нас учат наши тренировки. И это самый надежный, самый правильный путь. Путь к себе, путь к счастью и успеху. И я сама много раз убеждалась в этом. Я узнала, как можно всегда находиться в энергии, а это главное в жизни. Нет энергии, нет ничего. Нет энергии. Без энергии не живут долго. Можно много рассказывать о себе, о том, что я здесь приобрела. Но больше всего я рада за тех, кто пришел на тренировки и тому, что они получили, какие великолепные результаты. Ведь здесь мы учимся обретать счастье и успех, получать энергию для того, чтобы быть всегда в движении, восстанавливать свое здоровье, когда, казалось бы, уже ничего не помогает. Здесь люди узнают, как обретать счастье и успех, раскрыть свои таланты, находят друзей и поддержку, находят единомышленников. Здесь люди обретают крылья. Ведь, как сказал один мудрец, человек рожден для счастья, как птица для полета. Это самое лучшее место для тех, кто осознал, что все зависит только от нас и от наших действий и желаний, что мы и только мы хозяева на нашей планете, что нам дано сберечь этот мир от войн и разрушений, от болезней и страха, от невежества и нищеты, и нам дано все исправить и восстановить. Именно поэтому я здесь и приглашаю всех в нашу дружную команду, где творится добро и мир. Счастья всем вам, дорогие друзья! Счастья нам и огромных успехов!